Вот такой вот миньон, или пасипака. У него один глаз. Я не знаю, на каком языке он как правильно называется, потому что каждый переводит по-разному или просто говорят по-разному, где как. Миньон пасипака. То есть, тот-то, а вот то бишь, я не знаю, как это правильно сказать. Вот. У него вот такие вот штанги в руках. Сзади у него вот такая вот кнопка. Бог. Он поднимает вот эти вот штанги вот. Вот так вот. Сделан он в костюме зэка. В костюме заключенного вот. Сверху у него такая черная прическа вот. Черная такая прическа, вот такой вот глаз. Сбоку вот тут вот татуировка. Сбоку татуировка у него. Ну и костюм вот такой вот зэковский. Как будто он в тюрьме сидит и качается. Снизу он выглядит вот так. Он, вот у него вот такие вот ноги в ботинках. И штаны черные. Вот. У него вот такие вот зубы. Зубы хорошо видно. Вот. Они действительно вот такие вот сделаны зубы. Вот он. Вот. Так вот он работает. Вот такие вот у него руки. Руки сами не крутить. Они сломаются. До этого есть сзади кнопка. То есть, чтобы не сломать руки у него, вот. Так, вот он выглядит сзади. На таких треугольных винтах он сделан, чтобы отвертка не брала его, потому что треугольной отвертки у меня как бы нет. Поэтому, кому понравился вот такой, ставьте лайки. Комментарии писать нельзя, так как это детское видео, я извиняюсь. Потому что миньон или пасипака — это детское видео, и комментарии на него писать нельзя. Поэтому покажу его еще снизу. Снизу он выглядит вот таким вот образом. Вот такой вот красивый, солнышко переливает. Он тут, я не знаю, кому каким цветом покажется, но снимаю его на улице. Для того, чтобы как-то компенсировать погоду летнюю, вот. Это летняя погода, поэтому цветов как бы не покажу, тут их нет. А в следующем видео уже буду показывать цветы. Квиты буду показывать. Пока вот, тут травка дерется, что-то вот такое маленькое могу показать. Ну, вот такой вот миньон пасипака. Я не знаю, как его правильно костюм называется. Вот тут такая шлеечка, чтобы на плечи его одевать. Тут тоже такая шлеечка. Вот это у него на глазу. Я не знаю, что у него на глазу одета вот за штука. Но тоже одета такая штука. Он через нее смотрит. Да, это как этот... Как очко, чтобы смотреть, когда плохо видишь, но я не буду комментировать то, чего не знаю. Вот, навел как бы резкость, и как будто бы не отвечивает солнцем. Я не могу сказать, почему, ну и как. В целом, я красоту вот его передал, он вот такой вот и есть, вот. Вот тут даже надписи, но надписи я не передам, ее не видно, поэтому... То, что видит, то и будет видеть. Как-то так. Всем спасибо еще раз за просмотр такого замечательного видео.